Всем привет! Я Павел, и вы на канале Древняя Генджа. Хочу прокомментировать такую новость, друзья. Абрамян жалуется. Депутаты Республики Армения считают, что у Карабаха будущее в Азербайджане. Цитирую. Депутат парламента от фракции «Честь имею» Тигран Абрамян считает, что представители власти оправдывают сдачу Карабаха и Армении или молча пытаются обеспечить полное отуречивание Армении и Карабаха. Развесив уши, слушали в национальном собрании, как члены их команды, депутаты, заявляли, что у Арцаха есть будущее в составе Азербайджана. А сейчас говорят, мол, нас не так поняли, не так комментируют наши слова о снижении планки. Интересно, что в эту бесславную пропаганду наиболее активно были вовлечены примкнувшие к ним шуты, поскольку они осознают, что те, кто участвует в этом, будут политически и нравственно уничтожены. Они пытаются обеспечить полное отуречивание Армении и Карабаха, часть оправдывая сдачу Карабаха и Армении, а часть молча, написал на своей странице в Facebook Тигран Абрамян. Тигран, о каком отуречивании ты говоришь? Давай называть вещи своими именами. В Карабахе осуществляется не отуречивание, а деарменизация. Карабах не нуждается ни в каком отуречивании, ибо он всегда был, есть и будет землей Азербайджана. Просто 30 лет его безуспешно пытались превратить в Армению или вообще в какое-то непонятное, независимое, полуармянское государство. Но справедливость восторжествовала, и все понемногу становится на свои места. Карабах не нужно отуречивать, его нужно просто отмыть от Армении и вылечить от болезни под названием Арцах, и все будет хорошо.